Вот когда Бэтрайдер в пике, все, это считай фривин сразу. Нет. Ну попробуй возьми Бэтрайдера, и если по чанушке у нас тут фидульки. А. Фидель Кастрель. Ну, а Китай-то через Марфа любит играть. Бэтрайдер зафокусит одного и все. Возьмет сети. Да. А но они такие наглые. Бля, выключит хуйню. А IG тоже. Потей по-нормальному. Ты ж человек все-таки. Что в жопу, блядь, не собираюсь потеть. Что, у тебя хотя бы окно, у меня окна все запечатаны. Ну, распечатай. Ага. Распечатай, а что, в команде, что ли, будешь ходить? Мандейн, чтобы мне пригорело же. Опень, мандейн. Ага. Да хахлы какой-то пик говняный взяли. На Гассерена, на Ли, на Шеде, блядь, Вивер и эта птица Висейдж, блядь. А как чем убивать-то не собрались? Вивером, блядь. Один латте. Нет, Вивер и Нага, два латте. Так этого достаточно. Санина, блядь. И против кого? А там Морсон Терренти Блейдом спрокастает этого Вивера. Кал. Он силает Линку. Линку делает, да, ублюдок? Вивер, ща гряну. Ну, ШД, как всегда. Блять, слушай, он еще и не загрузится. Бля, если он не загрузится, его кореш тоже кикнув. Он загрузился. Господи Иисусе. Так. Нет, ну, знаешь, что сделал себе Вивер? Чего? Не поверишь, дизоли плюс барабаны. Ну тоже неплохо, что ж. Да хуй знает. Он кал вонючий. Дизолечка. Ой, дестрономит пойдет. Не, никакого пуджа. Так, сколько ставишь процентов, что пуш пройдет мид? Бля, ну дестру, в принципе, если смотря как он будет качаться еще. Через дестры, вообще... через астралы. Блять, опять. Некоторые дестры даже плюху не качают. Они максят астралы и этот, да? Пассивку. Угу. Не, плюху можно качнуть на единичечку, а потом уже херачить. Блять, снупер! Надо против снупера что-нибудь взять вкусного. Так, решающий момент. Ой, баньша, блядь. Бери латте какого-нибудь, слышь? И иди вон. На низ. Ой, нет, не на низ, на топ, наверное. Я на низ пойду. Зомби. А нет, хер. Я на топ хочу, в пизду. Пойдем на топ. Бля, нам лейд нужен, лейд. Слышишь? А тут луна никого не законтрит, там зомбики. Зацени, ты паука тоже видишь? Посмотри сюда. Я не пикнул еще. Ну пикай. Лейта, ёпта. Он... О, видишь, она барака. Это фит. Тут, в принципе, Эмиран нормально вошла бы. Лол, что? Да, самое. Не, во, Акселюну может. Ну возьми Акса, только кто в лейте будет тащить? У них-то есть кто? Это и Дестр, и Снайпер. Еще некоторые инвоки, блядь, собираются тоже в ДД, знаешь? Ты, короче, в соло постоишь, а потом будут гангать. Ты видел, что делает инвок в лейте? ВВЕ на себя и дамажит с Борезы. Кал вонючий. Ну... Ты видишь паука? Ты паука видишь здесь? Нет. Как нет? А, у тебя низкий графон, что ли? Слышь? У меня паук на низу стоит, вон. Где? Вон. Вот. Ну клацни. А, нет. У меня возле дерева ошивается. Иди стой, с тобой будет это, скорее всего, блядь, зомби плюс снайп. О, зомби тотемчик въебет и будет выкачивать у меня силу. Силушку. Вечную. А у них, смотри, там стакеры ссаные. Зомби этот. Дестер. Один интеллект пиздил, другой этот. Фрипки, блядь. А, посмотри, кто у меня. Господи, а чё, мид, не? А, на миде этот, ватруханцы. Ага, он специально... Сейчас на венике ФБ будет, смотри. Нет, пизда. Тим! Господи, блядь! Орёт саппорта.
Саппортить буду. Вечный. Вечно-вечно. Вечная память этому гейнику, блядь. Теперь он будет нон-стопом видеть. А вот ты видишь, с кем Дунди играет вообще? Чудный? Дунди. Я думал, чудный. Нет, Дунди. Манденью. Дунди, не видел? Такой, я чудный. Но он рандомов вообще не берет. Не своих фанов, а только... Тех, кому доверяет, можно так сказать. Он небось в этом откидывается. Меня зовут Чудный, у меня есть мама, у него воняет изо рта. С гнившими зубами. Протухшими зубами и кофе. Дешевым сапом. Засанным. Но ей друзья привезли кофе, блядь, с какого-то Таджикистана, а сказали, что индийское, блядь. Они ее наебали, теперь у нее зовут зуб. Ну не мразь ли, скажите. Бля. Слушай, а вот эта тэшка так долго же действует, ёбана. А хуйня она, блядь. Да я б не сказал. Хуйня. Эх, не а как не настроены? Они вон, видишь, как настроены? Выходи потом дэшками заплёвывай. Ну, блядь, мне нужны для этого травела. Какие травела, сынок? Ну, эти, блядь, зелёные, короче, транквилы. А нафига? Соулринга недостаточно? А в лесу как фармить? Да меня же почти хули там. Блядь, слушай, вот дестры они такие ёбнутые. Ценой своей жизни готовы дать астрал. Какие? О, да у них вообще лоу хп у двоих, слушай, надо выйти и дэшечку этому вписать, Рубену. Да, и... Рубену в Аркисяну. У тебя есть на плевок? Да. Плюй. Смотри. Он моба добил, ты прикинь? Да? Он моба добил. Ну со вот своей здесь. Вонючей цешечки, блядь. Давай, Дестер, нарежь меня, давай. Слушай. Ёп. Это лакерный, если бы не это... То все. Fit for Dream. На, сука, блядь. О! Астральчик свой! Горит, тварь. Думаешь, он не захочет сейчас сбросить себе этот груз? Конечно. На, МП сбил. Смотри, не нравится. Так, мне, наверное, придется. Ёб твою мать. Вот это инвок, блядь, говнар, а? Санстрайком. Вот же ж выебок, блядь. Я наверное, тоже зеленый ботинок сделаю, слышь? Раквиллы эти, да? Раквиллы, да. Ёбаный в рот, блядь. Как эта хуйня долго, я сам ощущаю сейчас. Да. Он на меня когда кинул? 6 лет назад, он до сих пор висит. Висит такая, как Баффик. Вот только сейчас падет. Лол. Ярочка, денайдик небольшой. Он может раза три кинуть эту шнягу свою и все. Да. Особенно против Пуджа актуаль. А, 13 МП? Да. И Дестер себя чувствует так комфортно, что считай, если ты на него выйдешь, он будет знать, что хука, блядь. 4 надколца получишь просто и все. А он еще сопровождать иногда может. Да, удар, а он, блядь, выглядит как какая-то нет, статуя. Пёс, блядь. Так, сейчас надо Рубена. Рубен, лови. Все, сдох. Смотри, крипа хочет. Сейчас добьет на туре, смотри. Да хуй. Не, все, свит. Да ты... Коцы? А. Вот так. О, боже, мудак, блядь. Не, без щитка в лесу качаться вообще такой забей. Вот он глянь, наверное... как бежит, ты глянь! Ебанько, блядь, хохляцкая, слушай. Это пиздец. Шо бежит? Шо хочет? Шо ему надо? Помогите, господи. Господи.
Рубен, я иду. Давай на Невис прокаст свой. Чуть-чуть не попал. Тварь. Блядь, швайня. В общем, ясно, Пуджин не может инвокера убить уже сколько времени, блядь. Такой шаг. Он даже не пытался. Судя по МПшечке. Пиздец, блядь. Один хук, все минус. Ну, QQV, микростаны. А если хук в мабат? Так, здесь, наверное, ветра, блядь. Ветра форсистяв сделать. Или сразу в сердце пойти. Не знаю, лучше... Да. Или может ВГ против выебков. А, тут что, ну тебе нихуя не поможет. Тебе блустон, чтобы быстрее респаться хотя бы. Блустон. Блустон 5000 стоит. А что, реально его теперь можно юзать? Да. За суицид делать. А при скольких хэпах? Да при любых. Просто юзаешь блустон на землю. Он, правда, кулдаун 300 секунд, блядь. Да пиздыкай сразу же? Да, в секунду. Хоть на, даже если у тебя фулл хп, похуй. Нихуя. Кстати, на дестро срочно плюху. Вот. Ага, дестро, тварь. Все, все, сдох. Да, да. Ну-ка, да. В муках. Не, не сдохнет, не сдохнет. Да сдохнет? Ты че, бля? Сейчас смотри, он... Да... Не, ну сегодня, конечно, есть ТП. А, висит дэшка, я же вижу, когда она висит. Сейчас Рубик попытается, кстати, его добить, все. Такой, Рубик, помогай, бля! Я знаю, небось, знаешь, Рубик-то ним стоял, знаешь, клацал, чтобы добить. Знаешь, Акса дэшку добить нельзя. Так, я это... понял, там вот, инвокер. Да, инвока, инвока вижу. Неплохой ганг пришел, получил дэшку, еще и сдохнет сейчас. Ну, хук он даст, нет? Смотри, он хук не дает. Ура. Стесняшка. Поймальчик, наверное. Знаешь, всегда в галстуке. При деньгах, блять. Нет, да прикинь, прикинь, идешь такой на ганг, получаешь дэшку от Акса, жрачку и хук сразу. Нет, на самом деле дэшка Акса это вообще... О, бля. На начальных левелах она ебашит, на начальных минутах. Нет, а вот потом, когда... Ну а когда у пачанов потом уже это вся хуйня получается, ереген... Нет, у тебя даггер. А ты кидаешь дэшку, все. Блять, 5 минут без даггера обойдешься, мразь. Бля, они меня сейчас хотели принять. И этот ебанутый розовый членосос Денайтед. Не бесит пуджи, которые вообще хуки даже не пытаются дать. Угу. Есть такие. Что-то они выжидают, ждут. Да, как ждут. Будто если они промажут, их не, блядь, сердце становится. Или мать свидит. Это да. Фидель Кастрель. Готов сейчас еще? Да. Он, кстати, спиздил у меня эрочку мою. Няшную. Да. Господи. Ты видел этот хук, блядь? Сука, ульт. Лови, блядь. Смотри, вот такой. И плюха. Не, на вышку, нет, похуй. Это вообще, блядь. Да. Ну, реакцию пачана видно. Заторможено немножко. Ой, 25 хп в секунду. Это неплохой реген. Это вообще пиздец. Кстати, у этой пизды мэс даже больше, чем у... А, ну хотя, если дэшку даст, то все. Там такое МС. Она же еще стакается? Она? Да? Нет. Как? Если ты на две разные цели въебешь. Дэшки. Дестер. Разве не стакается? Смотри на Дестер. Ты его косы. Иди отсюда. Иди отсюда, сказал, мразь. Там инвок. Тупой инвалид. Ему лишь бы заклацать. А, там еще и снайпер. Все, все, все. Вот, снайпер. Кулдаун. Кулдаун, блядь. А чё снайпер ульту не закастовал свой? Сыт. Да хули он, понимаешь, что не убьет?
Так, теперь Великая Троица у нас на топе. Ага, у меня МП 0 вообще, блядь. Не, если на снайпер дать дэшку, если он мапа не будет бить. А у него не хочешь 800 хп? Сука, как ник у снайпера? Лол! И просто был один такой снайпер. Я, короче, играл за Найкса, этот мудак мне так коцал. Это просто пизда. Все, ВГшечка есть. За ней остается только сходить. Все, я Б. Аксу на самом деле актуально вообще пизда, граби всех хуйни сразу там ребра, блядь. И пизда. Тебя никто не подпустит на врыв-то. Понимаешь? Тебя никто не подпустит вообще близко. Хуй знаю. Вот, ты видишь, что снайпер творит? Да, он будет коцать. Смотри, хук не дает. Ты видел хук? Он из подставной хуком, конечно. Нет, как его ник? Ну ты понял, да, что после игры с ним будет? Ну бабки с него будем требовать. Этот мудак играет золотые постоянно. Хук из подстана не попал. Это... Я не знаю, это хуже дауна. Бачан, у меня Рубик сейчас только что спиздил ульту мою. И думаешь, она будет эффективна в его руках? Нет, без пассивки это да. Вообще. Блять, такой мудак. Против банши хорошо БМ собираешь, и знаешь, когда банши в тебя, блядь, она сразу пидит. Ой, блядь. Нет, там смотри. Ёбаный бот. Ко мне деструля. Блядь, пивчанское неплохое какое-то. Ебать, там их... Пиво на разлив, прокиньте, охуячу. Хуй знает, охуенное. Господи Иисусе. На! Ты обновил дэшку ему? Алло. Алло, бля. Алло, гадва. Алло. Алло. Так, вообще, на топе мне больше делать нехуй. Терномид. Да нет, это у него скайп. Алло! Чё? У тебя скупи лагает. Это у тебя лагает. Я тебя... Тебя слышно, а-ля робот, воскрешение. Духа свищ. Павик, у меня очень микрофон не работает на всю, так что не пиздируй. Ну, с интернетом у тебя траблы какие-то. Ну, интернет ТП. Они, короче, Рубика приучили этому Денайду. И тот Денайдет. Ой, блядь, пусть вообще. Мудак, блядь. Ты видишь честь? Сейчас надо наградить, кстати, этого. Вот так вот. Ему сейчас будут давать, кстати, добить катапульту, походу. Но только он добьет ее. А, добивай. Да похуй, на снайпера даешь. Ты видел? Оба томятся под этой хуйней. Смотри, смотри, снайпер такой. Вы, друзья, помогайте. О. Да давай, иди сюда, детка. Детка. Слушай, блядь. Крыс-нос. О, там на низу. Можно сходить на низ. О! Брателла. Видим, видим. А там еще один. Это Черепелла. Сейчас агр. Все. Главное, чтобы он тотем не успел. А, ну все, он сдох. Он тотем не качал, видимо. На. Блять, слушай, вот эти хуки ебаные. Ой, я дэшкой промазал, вот это как-то. А это апуш хуком что, попал, что ли? Смотри, у него хук откатился. Будет давать? Да, ты видел? Называется хук смерти. Смотри, его... Во, ну пуч красавчик, конечно. Я обожаю таких пуджей, которые, блядь, хукают. Он сдох. Ну, скажи, блядь, этого сейчас я жирную хуету кикну вместе с его другом. Эстин хер. Я вообще не понимаю, как из дебила вообще мог что-то выигрывать. Шаки, блядь, позорные. Я также не могу понять, как можно хукать и не вонять после этого, когда против тебя Рубик. Тоже пизда.
Ну, блядь, он вилку дал ему сразу же в эту хуйню, блядь. Ну а что, в зетку? В секунду, да. Это было все в секунду. Ну, как раз таки за секунду можно спасти человека и убить человека. Так что и кикнуть тоже. Я их в секунду кикнул. Смотри, сколько ТП купили, блядь. Загладить 3 ТП. Может, они себе, знаешь, как барсуки, блядь, оставляют на зиму заготовки. Я все похитил. Он попал. Так, он попал. Не, возможно, исправится, пачан. Ну, блядь, у него времени немного осталось, потому что мы скоро вин. Мы скоро вин? Ну, блядь, что мы здесь не проебем же, блядь. Можно проебать. На гражданце это дело такое. Но-но. На инвокера. Да с цешки тебя сейчас вот так. А ты чё, награжден? Так, о, Дестро ультанул. Там этот, тотем. Да и хуй с ним. Вот мне главное его наградить, сука, мразь, блядь. Да у тебя МП 0, лол. Да он мудак, блядь. Сейчас тотем разобьют, этот вонючий, блядь. Да, надо. Кстати, еще хоть фармить с него охуенно. Один не, ну если не коц. Прикинь, 5 АДН из одного зомбика дали только что. А ты же крутишься за счет них? Да. Пизда, как кручусь. Ты глянь, чего орёт. Безумная мразь. Где ТП? Посмотри, у меня рюкзак. Не, а, снайпер-то. ПТР. Я ТП их не все понапиздил. Сейчас у меня сейчас может санстрайк будет, кстати. Санстрайк заюзал, я видел, блядь. Иди сюда, говно. Говно. Так, еще надо наградить на развороте. Вот так. Других для них какой неждан. Не ожидали то, что я развернусь. Да уйди от меня нахуй. Смотри, он мне хочет банку навесить, а я не хочу. Пизду, блядь. МП у этого акса вообще ноль. Арканы делай. Блядь, арканы. Я блудстоун сейчас варю и все, блядь. Ну, блудстоун это вообще как-то. Блядь, нахуя он у меня пиздит эту ебату всю? Не понимаю. Пуш, смотри. Да. Поверил в себя, кстати. Такой, а, банши, значит. Так я-то чё? Блять, а чё этот пуш бы в паблике делал без нас, если бы в соло поиграл, блять? Там по-любому бы фит был бы, блять. Он бы отдавался, ему плюс ещё сверху бы писали, путь жирная хуесосину. Репорт. О, забросил игру снайпер. Да, всё, сейчас пойдут, Ливайду, я уверен, Рубен сейчас в секунду с Дестром, блять. Не знаю, вот как раз таки Рубен с Дестом, они были на лайне, так что, возможно, скарифанились друзьяшки вместе и сейчас патриотизмом занялись. А мне нравится, знаешь, когда Дестер бросает астрал, ах, с ним крутиться может, знаешь? Да ладно, может. И пуш воняет в астрале. Не, ну он дэмэджа себе не наносит. Да, ему наносит. Он его даже нюкс уже убивает. Ну это нюс хотя бы так, он тебе сварил, то ладно, блядь. На 20-й, мне кажется, а у того нюкса даже на 30-й догона, блядь, даже не пахло. Да, только Рубик во вражеской тиме может пиздить ульты, блядь. Ну всю хуйню. На, блядь, дурак. Блядь. Пизда, вкал вообще. И не ливают. А, вот. Так, первый. Сейчас он Рубику говорит. Паша, давай-ка это, может, покинем, может, а это? Стайсик-то ливнул. Кстати, Пуджу, будем давать еще один шанс на исправление? Ну, один шанс, если только один. Как всегда, блядь. А потом еще... они не ливнули, смотри. Да, они пока нет.
Какие, блядь, ебаные. А, ну все, блюстол где-то. Вот, Рубик. Улетучился. Говорит, не хочу. Не хочу, не надо. Я тебе могу тебе в конце игры показать, как суицидается он, в какую секунду. А ты сделал? Да. Подожди, а я тоже сейчас сделал. Давай вместе свидим, подожди. Ну что, суициднимся? Стой, стой. Сейчас я куплю кое-что. А, подожди. А, да-да-да, именно. Осталось только кольцо Регена, все. Так, и как там? Подожди. Нажимай на эту хуйню и на землю. По счету только на землю нажмешь. Нажмем. Да ладно. Готов братскую могилу устроить? Давай. Раз, два. И смотри, как респаемся мы быстро. 20 секунд. А дамаг эта хуйня не наносит никакой? Нет. Пиздец. Посмотри, какие лужицы крови. Респ вообще быстро пиздать. По-моему, в Аксе больше крови, чем в Банше. Видишь, сколько от тебя говна всякого? Блять, он пожирнее будет. В датке продумали все. Блять, они даже не про это. Они даже не оценили то, что мы суетили, мрази, блять. Не шарят. Если бы какой-нибудь Япкит сыграл или Дэнди, он бы написал «Дэ» в чат. Такой, ога-га! Да. Дэнди на снайпера там, небось. Пизду. Пилит. Не хочу, не надо. Ля! Веном это не напиши, поймал. Что и не его ты вообще вся структура доты. И вот такой пуш тоже. Ну пуш, наверное, тоже. Ой, блин. Зацени, сколько банишь, они же сожрут кого угодно. Да? Угу. Да там секунду, блядь, фраг. О! Сейчас метеор бросит, вот еще. Ну, Дэшкин боится, по факту. Угу. О. Так, тотем ломаем сразу, пизду, блядь. Бэ-бэ! Ну, все. Боже, ну этих уёбков, мне кажется, кикнули спать, и они решили продолжить. Вообще все фул хп, а кого они вообще били, блядь? Ну, Инвок поднялся ветра. Себя заветрил. Против... Вот, а это два другана, небось. От банч-то, блядь. Всё. Пуш 11 уровень, блядь. Ой, даже Лотара нет, пизда. А, кстати, когда Пуш и Виномансер выйдут с игры, там будет прямо демонстративно написано «Вас кикнули». Пизда. Вас исключили, блядь. Из тимы. Не верю, этот Нюкс нормальный, кстати. Хуйня.